зашли, короче, в мясную лавку. Смотрите, какой магазин классный здесь. Наверное, будет много шума. И... хочу снять вот такое вот решение. Топор. Топор – это ручка. Ручка двери. Такое классное вообще решение, такая идея, вообще изумительная идея. Когда увидела, думаю, вау, класс. Посоветовали нам этот магазин, магазин мяса. Мясоруб называется. И вот такая классная. Ух ты, тут еще даже написано мясоруб. Мясоруб. Купил? Да. Мы сегодня будем готовить китайскую манчу вок, терияки, говядину. Слава у нас будет готовить. Ты будешь готовить? Или ты меня заставишь? Ну, посмотрим. Наверное. Ура! Застал. Скажу вам честно. После переезда из Канады в Россию, чего нам не хватает в России, так это азиатской кухни. Ну, попробовали мы уже много здесь суши, ну, много места посетили, включая суши-весла, которые нам так все хвалили. Ну, не то, совсем не то. Суши какие-то, ну, вообще, не знаю, может быть, из-за риса или из-за чего, но не нравится. Может быть, мы просто избалованы в Канаде были этими сушами, которые на каждом углу готовили настоящие японцы, ну, там и корейцы, конечно, и китайцы. И были очень вкусные. Кстати, у нас есть видео, буквально в последние дни перед уездом из Ванкувера мы ходили с друзьями в нашу любимую сушарню, и там ели офигенные суши. Вот, вот я вам сейчас вот туда в сносочку вставлю, и вы посмотрите. Вот, а поэтому мы решили сегодня проэкспериментировать и сделать со Славиком манчу вок. Это такая китайская еда. Говядина, может быть, или курица, любое мясо, в принципе, с овощами и с каким-то определенным соусом, или терияки, или гарлик, хани-гарлик, или еще там какие-то у них, или и с апельсинами, и они вообще молодцы, конечно, в этом смысле, у них столько соусов вкусных, и они их и в сушах применяют, и воки эти все свои готовят, удоны, кстати, удон я тоже готовила, это такое... вермишель такая специальная, их тоже там и соевый соус добавляется, и специальный соус для удона, и какой-то специальный японский или китайский лук. Он выглядит как наш зеленый лук, такой перьевой, но он намного крупнее. И он не имеет такого острого вкуса, как наш зеленый лук. Ну, а мы, используя свои русские продукты, вот сегодня решили приготовить для вас, ну и для себя, конечно, естественно, наш любимый терияки блюдо, терияки мясо, говядину. Так что оставайтесь с нами, и Слава будет готовить, и я ему буду помогать. Итак, приступаем к готовке терияки говядины. Вот наши ингредиенты. Как говорила моя знакомая, ингредиенты. Вот нам появится кунжут. Сейчас мы его обжарим немного. Нам понадобится болгарский перец, лук, собственно, говядина, лук, морковь и Слава. А, да, еще брокколи. Или цветную капусту, кто как любит. А можно и то, и другое. Вот, рис мы купили вот такой. Не тот, что я использую для плова. Не знаю, как он подойдет. Мы хотели вообще-то белый рис купить, который идет для суши. Потому что манчу вок лучше есть с таким рисом. Но мы такой не нашли. Что мы еще купили? А, ну это просто я на потом купила. Итак, покажи, что у нас за мясо. Мясо? Мясо у нас мясо. Для гуляша. Мы его сейчас будем резать тонкими пластинками. Если получится. Но мы постараемся, чтобы получилось. Мы его сейчас хорошенько помоем, хорошенько, чтобы оно стекло. Мужские руки должны готовить мясо. Вот эти мужские руки с волосами. Итак, как мы его нарезаем? Как, понятно, можно, как можно длиннее? Нет, я думаю, что не так мы будем. Ну, хотя можно и так, да, вообще отлично.
сильно. Вот это просто первый был слишком маленький. Извини, что я тебе подсказываю. Он так недовольно на меня посмотрел. Кто хочет сделать хорошо, пусть делает сам. Возьми и сделай. Нет, я сейчас буду помогать тоже с морковкой. Я нарежу морковку, перец я тебе не доверю, овощи. Давай, ты мясом занимайся. А я, наверное, поставлю сейчас рис. В общем, все мы нарезаем тонкими кусочками, дольками, можно так сказать. Лук пока мы отсюда уберем. Еще вот нам понадобится такой терияки соус. Ну, мы нашли такой, это, по-моему, уже тут готовый, который просто можно вот макать что-нибудь. А еще он бывает просто в баночках, такой как маринад идет. А это больше, мне кажется, как соус идет. Мы тут просто пытались найти хороший магазин мяса. Сегодня вот мы побывали. Ну, так ничего, мне понравилось. У нас вот на районе открылся просто еще один. И сначала он показался нам довольно-таки симпатичным магазином. Но когда мы чем дальше, тем страшнее, как говорится. Когда мы туда уже стали приходить через неделю, через две недели, потом через месяц. И с каждым разом у нас впечатление все больше и больше портилось от этого магазина. Так как мясо было какое-то уже как полуподветренное. Человек сказал, что он не хочет больше туда ходить за мясом, и мы нашли другой. Ну, вот сейчас попробуем, что за мясо у нас получится. Если хорошее, если мягкое, рассыпчатое, то будем, в принципе, туда и ходить и брать. Так как мясо мы едим, у нас все мясоеды. Да? Нет. Я вегетарианец. Ну, тогда ты сегодня не будешь кушать мясо. Ты скоро с доской, у нас одна доска. Мне нужна доска. Ставь меня, старушка, я отвечаю. Доска мне нужна. Ну, реши эту проблему. Так я решила, я сейчас возьму у тебя ее. Морковки мне понадобится примерно, наверное, я думаю, вот так. Всю я ее использовать не буду. Конечно же, я ее сейчас почищу. Вот таким вот старым способом. Я не использую вот эти чиселки, как используют все наши дети, выращенные в Канаде. Они там без этой чиселки не могут жить. А мы вот так вот просто чистим. Мне кажется, так расход меньше у продукта. Я вообще-то вот так это делаю обычно. Тут просто слишком короткая морковка какая-то. А у нас очень любит Рокси морковку. Я вот эту жопку всегда даю. Рокси, хочешь морковку? Хочешь морковку? Ой, ой, как хочешь. Да. Вкусно тебе? А вот еще одна жопка есть. На. Совсем немножко масла. Да? Да, совсем чуть-чуть. Наверное. Я ни разу еще не пробовал. Ты первый раз готовишь? Да. Терияки. Меня заставили. Меня подставили. Пойду вздремну, пока греется. Терияки надо попробовать. Да, попробуй терияки. Потому что мясо мы не будем пока солить и перчить. Так, эту кастрюлю освободим. Надо рис сейчас буду там варить. Ты что, пьешь терияки? Угу. Терияки? Похож? Классно. Я вот так буду пить. Мы почему решили это все приготовить сегодня? Потому что, ну, сколько мы не искали место, где можно купить настоящий дон. Ну, доны мы сильно не искали, мы суши в основном искали, да? Но суши вот мы пока еще не нашли. Кстати, суши скоро я хочу приготовить, так что не пропустите это видео. Обязательно буду готовить суши. Надо купить... Можешь порезать чеснок. Ну, еще не сильно прямо так это горит. Ну да, можешь, в принципе, резать. Не сильно. Ну, мы мясо еще пока же не кинули. Короче, буду... Ты потоньше режь. Ты что? Потоньше. Прям тоненькими-тоненькими кусочками. Режьте тоненькими кусочками. Я сейчас возьму ножик и немножко, наверное, доведу до совершенства. Такими
гирьку с минами, ты чё? Работа должна быть грубовата. Как мужчина, да? Нет, до белого коленя доведешь. Так, вот масло уже сейчас начнет гореть. Рокси, тебе ничего не будет сейчас, никакого счастья. Иди на свое место. Иди. Я уже все буду. Иди на место. Да, все-таки мы решили порциями, это слишком много, оно сейчас просто впустит сок. А нам нужно, чтобы она пожарилась, поэтому мы решили отложить немного. Отложили на тарелку обратно половину, сейчас вот это все обжарится. На две части, в общем, поделили. И мне срочно уже надо готовить перец и морковь, и брокколи. Чеснок его тебе. Так, морковь мы режем, в принципе, крупно. Чтобы это не получилось у нас как рагу, все мелко-мелко. А все должно быть достаточно крупно нарезано. Ну, конечно, не такими кругляшками. Я сейчас эти кругляшки еще порежу где-то на 4 части примерно. У нас уже присолены. Так, морковь я подготовила, сейчас подготовлю перчик. Что за эти терияки? Перец тоже режем крупно. Так, мясо у нас уже поджарилось с бочков немного. Следите, чтобы не было много воды, потому что если будет вода, то ее нужно будет убрать. Вот мы сейчас убрали. Сок выходит, и она не жарится, а тушится. А нам надо, чтобы она жарилась. Так, можно бросать чеснок. Половину чеснока бросаем. Еще воду надо слить. Не надо, она уже все, ее там нету. Вкусно. Все, теперь кидаю лук крупно порезанный. Так, забросили мы морковь и перец, и все это тоже немного совсем обжариваем. И уже можно наливать соевый соус. А брокколи? Сейчас брокколи готовлю. Все, это можно уже откладывать и жарить вторую часть. Сейчас мы отложим это. Так как у нас еще одна часть мяса есть, половина, мы это сейчас все отложим и дожарим вторую половину. А я подготовлю брокколи. Сейчас я это помою, и мы это со второй частью добавим вместе с перцем и с морковью. Так, теперь мы добавили, значит, брокколи. Тут у нас уже рис варится. Заляпал всю печку, мне этот рис. Вот, а здесь у нас жарится
все остальное. Сейчас я уже буду добавлять сюда тоже терияки соус. Это у нас вторая порция, потом мы все это соединим вместе. Все, буквально немного мы это все прижариваем, пассируем, даем разойтись этому соусу. И, в принципе, уже все, можно выключать и подавать это вместе с рисом. Ну и напоследок мы все это присыпаем зеленым луком. Вы можете сделать это в тарелку или так. Я сразу сделаю, перемешаю. Лука можно не жалеть. Так как мяса у нас тут получилось достаточно много, ну и пусть и лука тоже будет побольше. И на тарелке мы все это присыпаем еще жареным кунжутом. Настоящий манчуок. Ну да. Нет, тебе надо много кунжута. Ну, я люблю кунжута. Много. Ничего себе, тебе сколько кунжута. Так, первая вилка. Давай свои впечатления. Ну ничего, натупили, надо было отбить его. Ну так вкусно. Надо было отбить мясо, да? Mm-hmm. Но мы просто очень были голодные и не могли уже долго ждать. И рис, мне кажется, совсем не то. Надо все-таки искать тот белый импортный рис, который для суши идет. Тогда будет вообще сногсшибательно. Ну а так ты у нас за мистера Чу проканал сегодня. Да. Или мистер Ли. Ты у нас кто? Мистер Уиф Фан. Уиф Фан? Окей, хорошо. Приятного аппетита!